Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Брагина Анастасия, я преподаватель школы «Художник онлайн». И я рада пригласить вас на курс «Портреты маркерами». В теоретических уроках курса мы с вами разберем рисование черепа в ракурсах анфас, профиль и три четверти, а также особенности рисования глаз, носа, губ в различных ракурсах. Далее мы перейдем к практической части курса. И для начала на практике разберем, как рисовать портрет в профиль, для чего нарисуем портрет мужчины в монохромной цветовой гамме с использованием исключительно серых оттенков маркера. Далее мы перейдем к изучению рисования портрета анфас и нарисуем портрет молодого человека с интересной прической уже в полноцветной гамме, и на его примере разберем особенности рисования кожи маркерами. Далее мы начнем изучать рисование портрета в ракурсе 3 четверти. Разберем, как работает в нем линейная перспектива, и нарисуем портрет молодой женщины в прохладной цветовой гамме. В следующем уроке мы продолжим работу с ракурсом 3 четверти, но добавим к нему наклон головы и нарисуем портрет девушки в теплой цветовой гамме, а также разберем особенности подбора колорита для передачи светлых русых волос. В следующем уроке мы с вами разберем особенности изображения человека в очках на примере портрета стильного рыжеволосого юноши. Дальше мы перейдем к изучению рисования портрета людей пожилого возраста. Для чего нарисуем портрет мужчины в ограниченной цветовой гамме? Будем использовать всего 4 оттенка бежевого и коричневого и дополним их легкими голубыми акцентами. После чего мы разберем особенности рисования детского портрета, а также поработаем с темнокожей моделью. В следующем уроке мы разберем, как рисовать портрет в сложном цветном освещении и нарисуем молодую девушку, подсвеченную голубым и розовым светом. В следующем уроке курса мы нарисуем портрет яркой рыжеволосой девушки, на примере которой разберем, как передавать форму и объем прически, особенности макияжа и одежды модели в портрете. Курс получился очень насыщенный и разнообразный. Буду рада видеть вас на нем.